Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы опять будем играть на сервере Edge of Mine. И снова будем убивать босса, без всяких потерь. Для начала телепортируемся на хоме БКБ. Ждем. И ждем вот здесь кнопки. И вот, кнопка таки появилась. Нажимаем на нее. И спокойно. Нет, сначала убьем моба. А потом спокойно телепортируемся на спавн. Забыл сказать. Так можно убивать любого босса на любом сервере. Ну, если, конечно, квесты есть. Итак вот, бежим вот сюда, куда я бегу сейчас. Вот, к этой травинке. Так. Надеюсь... Всем умеет пользоваться чит-инжином. Выбираем число. Высоту, точнее. И переходим на другой блок. Теперь 67. 69. Выбираем значение. Встаем вот в эту травинку и телепортируемся на высоту 14, потом 13. Дальше встаем вот сюда, вот в эту дырочку, и ломаем блок. Кстати, вещи такие неплохие-то с босса падают. Перезаходим. Опять перезаходим. Ждем 5 секунд. Сервер Анендария. И ждем, пока заспавнятся мобы. И вот мобы заспавнились. Сейчас побежит и сам босс. Вот наш сладенький, миленький. И я их сейчас убью. И вот я добываю последнего моба. Самого порожденного тьмой босса. И подбираю с него сет. И еще какой-то золотой здесь. Ну так вот, вот сет с босса, ведь защита 4 и его мечик. Правда, выпадают и более не такие сломанные. Ну, сам сет вполне неплох, если считаю, что такие вещи здесь добыть очень даже сложно. Из прислужника выпадает защита 4. Неплохо так. Ну и все подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока.